Молодой человек попал в поле зрения наркополиции как закладчик спайса. Он прятал в потайные места дозы наркотика, которые впоследствии забирали наркопотребители. Операцию по задержанию наметили в то время, когда сбытчик выехал делать очередные закладки. В ходе его личного досмотра наркополицейские обнаружили спрятанные в носках 18 пакетиков с веществом растительного происхождения. Основную массу наркотика мужчина держал на съемной квартире. В ходе осмотра комнаты он добровольно указал на места, где хранился дурман. Оперативники изъяли более 100 граммов уже обработанных химическим составом лекарственных трав. Эта процедура превратила их в наркотическое вещество спайс. Также изъяты более 80 граммов порошка JWH, весы, упаковки, другие доказательства. Еще около 10 граммов спайса наркополиция изъяла, проверив места ранее сделанных закладок. Молодой человек признал, что спайс он изготавливал для сбыта наркопотребителям. Дозы с наркотическим средством он прятал в тайнике, в основном в центральном районе Сочи. Химическое наркотическое вещество, которым обрабатывались лекарственные травы, мужчина регулярно привозил из Москвы. В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные производства, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Проводится расследование.